который проводится в Балашихе под руководством знаменитого советского боксера Виктора Петровича Агеева. Сейчас мы подойдем к Виктору Петровичу и спросим его, что он думает о нынешнем боксе, о боксерских нравах, ну и прочее. Да, во-первых, здравствуйте, я хочу вас поздравить с вашим 16-м уже призовым турниром, Виктор Петрович. Расскажите, пожалуйста, а что подтолкнуло вас к тому, чтобы пойти в бокс? Ветер подул и попал в бокс. И у вас никогда не было мысли потом заняться чем-то другим, только бокс? Ну, я уже увлекся, уже поздно было, потому что у меня уже разряды были там и прочее, как другой вид спорта. Потому что если будешь там в разные виды спорта, то и ни одного не угадаешь. Результата не будет тогда. И вот. Занимался боксом все время. Скажите еще, пожалуйста, вас обучали по особой технике преподавания? Перенесли ли вы полностью эту технику в свою школу или добавили что-то из свое? Ну, дело в том, что у меня было несколько тренеров. Три тренера было, вот, где я тренировался, три тренера. И каждый мне давал, показывал свои приемы, свою технику. Вот. Ну и интересно было. И вот я, значит, старался и там, и все это как-то усваивал. И мне это нравилось. И вот. А потом появилось что-то нечто среднее свое. Да, а если сравнивать российских и западных боксеров, то в чем мы лучше, а в чем хуже, если брать какие-то основные моменты? Ну, это тоже, смотря какие боксеры. Среднего веса, например. Нет, нет, при чем здесь весовая категория? Просто, ну, школа, вот наша российская, советская была школа. Ну, она очень хорошая была, раз приносила большие успехи, победы и на Олимпийских играх, и чемпионатах Европы, и прочее, прочее. У нас хорошая была школа, у нас было с кого пример брать, это там Янгибарян. Каждый из них был по-своему уникален. Да, и как говорится, легенды нашего бокса, Борис Николаевич и Виктор Петрович, они сделали наш бокс прогрессивным таким, украшением, как у нас в Советском Союзе, а также на мировой арене. Так что мы довольны, что у нас в Союзе были такие прекрасные звезды. Да. Покажите олимпийские медали. Да, это вот олимпийские медали, которые завоевывали наши боксеры в том числе. Можно посмотреть? Да, конечно. Да. Олимпийская. Одна Токио и Мехико. Здорово. Да, ну что, вот вы держите золотые медали. Которые, да, это почетный момент. Да. Ну, отдать должное, что соперники были достойны друг друга. Я имею в виду Виктор Петрович. Нет, честно признаюсь, не видела. Ну, конечно, да. Они молодые еще. Я посмотрю. А
Не надо, ничего. Да. Два гения, два талантливейших. И это был игровой умный бокс. Красивый, не оторвешься. Вот сейчас ребята выступают, да? Но силовой такой вот бокс, ну, нету вот этого такого интереса. А там за три тайма, за три раунда нужно было показать всю свою мощь, силу и коварство. Потому что был игровой, обманный, стратегически умный бокс. Да? А скажите, пожалуйста, вот вы все, да, да, извините, и вы тоже, как вы считаете, вот в современном боксе, кто сейчас может, как это сказать, перенять эгиду знаменитых советских боксеров, то есть кто держит планку сейчас из российских боксеров? Мы сейчас посмотрим, когда наши боксеры поедут в Рио, там сейчас, ну вот, безусловно, готовится команда под руководством Лебзяка Александра Борисовича. Он говорит, что в целом команда неплохая. И, да, но они рассчитывают на золото в Рио-де-Жанейро. Так что посмотрим. Есть. Так что Рио покажет. Да, будем болеть за Россию. Да, это вот две легенды бокса, Лагутин и Агеев. Они до сих пор не выяснили отношения. У них счет между собой 2-2. Ничья. Но у них разные стойки. Агеев, у Лагутин более классическая, а Агеев более открытая стойка. Да, и вот Рой Джонс, Попеченко, да. И вот благодаря вот таким легендам у нас в России развивается профессиональный бокс. А на сегодняшний день два наших лучших, это и Поветкин Саша, и Лебедев Денис, и самое... Дрозд. Вот, так что перспективы у нашего бокса да, есть. И Ковалев. Да. Ковалев, Сережа Ковалев да, бьет все. Так что рассчитываем, что бокс наш будет дальше развиваться. Мы в него верим и надеемся на хорошие результаты на Олимпиаде. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Вам всем спасибо. Уже 38 клубов Агеева по всей России. Сейчас их будет еще больше и больше. Это есть вот наша национальная идея. Идея людей, молодежь вывести с улицы, отвести их от наркотиков, от хулиганства. Вот наш спорт. И здесь и вице-президент бокса профессионального ученика Агеева Петров Анатолий Михайлович. Вот это вот действие, благодаря ему, все состоялось. Будем надеяться, наш бокс будет развиваться и да, дальше. Да, вот сейчас профессиональный вид. Я хотел добавить, что прекрасно. Московская федерация бокса проводит ряд турниров, посвященных на призы Бориса Николаевича Лагутина, Степашкина, затем Григорьева Олега. Так что будущее есть. То есть собирают в Москве прекрасных мальчишек, которые, глядя на таких звезд, достигают прекрасных результатов. А как же женский бокс? А вот и женский бокс. Ну, я, откровенно говоря, не хотел бы сказать, что бокс женский, а он украшает в целом. Женщинам надо заниматься лучше фигурным катанием, художественной гимнастикой. Вот это... Спасибо. Спасибо. Кто это? Молодое поколение, видите, тоже смотрит бокс, болеет.
подписывайтесь на наш канал, делайте репосты. Спасибо. We'll be right back.